Это парк Queen Elizabeth, королева Элизабет. Елизавета. Мы едем, хотим посмотреть Стэнли парк. Вот отсюда такой красивый вид с этого холма. Вниз вот так вот видно город. Там вышка, это крутящийся ресторан, с которого, можно сказать, виден весь Ванкувер. О, ноги. Такие сооружения. В магазинах даются рождественские песни. Везде украшения. Рождество – это Christmas. Английский – это самый праздновый день. Больше даже, чем Новый год. Подарки вручаются 24-го ночи, празднование. Обычно семьи фотографируются у елки в предпраздничные дни. А 25-го утром открываются подарки, рассматриваются. А 26-го это Boxing Day, и люди идут на шоппинг с большими скидками. Сколько голубей? Прям тучей такой слетели с крыши. Вон туда почему-то все на то место. Интересно. Такси. Желтая машина. Вон автобус еще один какой-то, наверное, туристический. В основном больше такси, чем у нас. Украшенный. Огнями внутри. Маленький поезд есть. Мы едем в территории парка, смотрим, где тут что находится, куда можно сходить. Говорят, тут есть карета, лошадь запряженная, катает по парку. Не знаю, как в такую погоду. Аквариум. Не знаю, что еще есть. Санта-Клаус стоит. Ванкувер аквариум. Это мы в парке. Family Park Drive. Здесь такая дорога. На той стороне вот такой вот обзор на North Vancouver. Та сторона. Вот там Фьюр, где-то в Холландии. Тут и здание там высотное. Здесь спускаемся еще ближе к воде. Там такой памятник. И там какая-то скульптура на камне сидит. Наверное, русалка. Посмотрим сейчас поближе. С этой стороны не видно.
какая-то скульптура, выступ, только площадочка. Вот этот вот, наверное, тот самый знаменитый мост через залив между Северной, Норд Ванкувером и Ванкувером просто. Так, это оказалась не русалка. Вроде бы так. Так как вижу ноги у нее. Одну, знаешь, это большой размер. В голове чайка сидит. Летит, похоже, самолет на водных лыжах, что ли. Скульптура сделана. Показывает ванкуверское dependent. Как? Зависимость. Зависимость на море. От моря. Или на море, whatever. О, фотохенд. Используйте телефотолинзы и сфокусируйтесь на фигуре, потом recompose, чтобы заполнить фрейм. Девушка в голубом костюме. Рядом тут такая скульптура, вот на этом выступе. И тоже чайка на голове. Любимый не стал, ни по углу не сидит. Стоит прям под ней, он как бы даже не беспокоится по поводу меня. Испугался. Вспышку испугался, улетел, да? Звука. На фоне девочки сзади маяк стоит.